Вся система, которая была по бюджету, все остатки на счетах распорядителей, на счетах местного бюджета, все обнуляется. Мы с этого момента, с 13 числа, работаем с нулевым бюджетом. На межгосударственном уровне будут решаться эти вопросы возврата вот этих средств. Значит, рассматривали вопрос погашения кредиторской задолженности, потому что он очень злободневный, тот вопрос, та кредиторская, которая у нас осталась с того года. Эта кредиторская задолженность, нам предложено ее погашать за счет доходов текущего года. Значит, нам сегодня еще нужно наработать эти доходы для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за 2013 год за оказанные услуги.